Всем привет! Как вы помните, я уже давно так не выпускал видос про отзывы к играм. Последнее было где-то 2 месяца назад. Итак вот, сегодня я вам представляю четвертую часть отзывы к играм, а именно отзывы к Five Nights at Freddy's 4. Итак, поехали! Роман Вельщик. Очень добрый ютубер. Любит рисовать, делать разный контент и играть в игры. Ради донатов пойдет на все. Характер общительный. Не женат. Игра в самом деле хорошая. И правда страшно. Но есть один минус. Нету русского перевода. И это очень большой минус. Есть люди, которые не знают английского языка. Например, я. И в настройках тоже нету. Может и есть. Но там все на английском. Пожалуйста, исправьте это, разработчики. Если исправите, поставлю все 5 звезд. Так. Эту игру вообще создавал не русский человек, это именно Скотт Коутон. Он вообще из Америки, поэтому как он мог сделать русификацию? Это разве что кто-то другой может там сделать. И как ты не мог понять, как играть в игру, в которой надо просто бегать по комнате и проверять там двери? Все. Игра класс. Но сделайте скримы пострашней. Вот я играю неделю, и меня никто не пугает. Сделайте больше аниматроников. Ото неинтересно. Скримы, например, Бонни, не страшный. Играю, скримит Бонни, а я просто сижу с вот таким лицом. А так, игра норм. Поставлю 5 звезд, если исправите ошибки. Я все понимаю, если бы это год выхода четвертой части было. Но писать такое в 2022, это что-то с чем-то. И еще, подучи-ка русский, пожалуйста. Первые три части меня уже не берут, запор не проходит, и пора играть во что-то более страшное. Зашел в эту часть, теперь я вообще ни на что не жалуюсь. Я чувствую себя совершенно здоровым человеком. То ли это из-за того, что у меня больше нету запора, то ли из-за того, что после скримеров я окончательно слетен с катушек и стал полнейшим психом. Символы заканчиваются, поэтому коротко геймплей. Кровать лево, слушать, светить, кровать светить право, слушать, кровать шкаф, светить, закрыть и все. Ну чё, поздравляю тебя с тем, что у тебя вот все прошло. Крутая игра, не знаю, почему именно начала из FNAF 4, но неплохо. Камер нет, как во всех частей FNAF. Очень отлисаетесь от других частей. Очень страшная игра, особенно со звуком страстно. Очень супер, спасибо за игру, мне нравится. Вот только один минус. Я нажимаю на дверь или скаф по несколько раз. Открывается, не заражу. Может, это у меня лагает, а так супер. Ну, что могу сказать-то? То, что тебе нравится, это хорошо. Да и все, наверное. Привет, Скотт. Хочу сказать, вот почему, когда меня поднимает кошмарный Фредди, то лампа парит в воздухе. А на первых кадрах скримера кошмарного Бонни рука Бонни проходит сквозь дверной косяк. Но это мне ничего не вредит, а просто были недоработки. Ну да, скорее всего у тебя просто были баги. Не могу нормально начать из-за мини-игр. Они просто не работают, не ходят, никак не отвечают на геймпад. Такое ощущение, что игра просто зависла. Надеюсь, этот баг исправят в следующем обновлении. Телефон Xiaomi Redmi Note 7. Ну вот как мне известно, то мини-игру в принципе починили уже. Ну, в смысле, управление. Да и... никому не интересно, какой у тебя там телефон. Игра классная и реально страшная. Единственный минус. На смартфоне Xiaomi Redmi Note 8 Pro не работают мини-игры. Поэтому после каждой ночи приходится выходить из игры, чтобы перейти к следующей ночи. Еще один. Просто без комментариев. Хорошая игра. Мне нравится, потому что я люблю ужасы и страшилки. И да, она совсем не страшная, правда. 5 звезд вы заслужили. А вот это я сейчас не понял. То есть сперва он говорит, что вот он любит ужасы и страшилки. Ну, типа говорит, что вот игра страшная. А потом он говорит, что она совсем не страшная. Может, я тупой или лыжи не едут? Ну, я ничего не понял. Уважаемый разработчик Скотт Коутон, мне игра нравится. Сюжет трагичный, но и интересный. Мне нечего добавить. Игра очень хорошая, но, пожалуйста, сделайте, чтобы это добавили многих аниматроников. Умоляю, пожалуйста. Просто я уже устал, и не могу пройти вторую ночь, потому что она очень сложная. Пожалуйста. Ну, если тебе не нравится из-за того, что игра сложная, так не играй.
Топ-игра детства, разработчики, вы лучшие. Делайте больше частей, и все будет хорошо. И можете хоть один FNAF сделать бесплатным. Слушай, если бы ты написал-то в годе выхода 4-го FNAF, то я думаю, что ты бы просто предсказал будущее. Тебе прям гадалкой надо было бы быть. Игра очень крутая и аниматроника, но есть один минус. Когда-да, я прохожу какую-то нос, все на настроение, но мне чуть-чуть нравится. Что-то поняли из этого? Я нет. Но, я так понимаю, ему очень нравится проходить какой-то нос. Люди! Если вам сложно, проходите в наушниках, звук здесь главное. Да ну! А я и не знал. Это крутая игра, кошмарный Фредбир очень страшный. Как понять, что они за дверью, нужно слушать дыхание. Да ты что? А я и не знал. Играть нормально, но есть минусы. Я только на первой ночи, и на меня вылетают аниматроники. Когда я только что был у шефа, только возвращаюсь. И в меня прилетает скример разрабы, исправив, что первая ночь была легкой. Я не знаю, от какого шефа ты вернулся, но это уже не исправит, если для тебя это сложно. Игра крутая, но почему я ее купил и она не устанавливается? Исправьте, будет 5 звезд. Пока. Слушай, если ты купил и она не устанавливается, то это не проблема игры. Это, видимо, у тебя там с устройством какие-то проблемы. Игре уже 4 года, но до сих пор проподжилки от нее трясутся. В общем, классная игра. Ну да, не спорю. Даже спустя столько лет 4-й FNAF до сих пор может напугать. Вполне игра хорошая, но разработчики иногда Чику и Бини не слышно. Они при открытой двери должны дышать. И много цензурных смайликов. Слушай, я не знаю, про какого Бини ты говоришь. Ну, видимо, у тебя просто игра лагануло. Зачем так материться? Я, конечно, все понимаю, игра там эта, но я хотела скачать FNAF 2, а не 4. Но деньги мне не вернули. Уже как час жду. Что делать-то? Вопрос на засыпку. Так сказать, кто хочет стать миллионером? Как чаечек Тиви могла перепутать 4-й FNAF со 2-м? Я понимаю, там, если бы с текстом она там перепутала, ну бывает такое, типа, не заметила. Но логотипы! Для чего они еще нужны? Я купил игру, мне не очень понравилось. Платеж вернуть нельзя. Что это такое? А это то, любимая ты моя дорогая Алиса, то, что если тебе она не понравилась, то это не причина, чтобы тебе вернули деньги. И никто тебе не обязан ничего возвращать. Так, на этом все тогда? Ну все, 4-я часть закончена. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить самые новые видео. И пишите в комментариях, сделать ли бы мне 5-ю часть. Если да, то набираем лайки. Хотя бы 10 лайков также. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.